Всем привет, друзья! Сегодня будут фрагменты из стрима, где я тестил новинки в игре. Как вы все уже знаете, после недавнего обновления в игру был добавлен новый класс КБ – ударная волна. Данный класс выпускает ударную волну, которая отбрасывает находящихся рядом противников и наносит им урон, а также блокирует летящие снаряды. Также с помощью данного класса вы можете взрывать вражеский дрон, который на вас летит. Данный класс можно открыть на 14 этапе боевого пропуска. Сделать это можно бесплатно, прокачав Battle Pass до 14 уровня. Постарался максимально показать все моменты, где и как можно использовать данный класс. С помощью данного класса можно также отбрасывать вражеские машины, вертолет, да и в целом класс очень многофункциональный. И данный класс мне очень понравился. Также вы увидите геймплей игры с новым пистолетом Макаров. Вы в свою очередь поддержите данное видео в виде лайка и напишите в комментариях, как вам все эти новинки в игре. Не буду вас долго задерживать, всем приятного просмотра. Ну а перед началом данного видео хочу вам посоветовать свой телеграм-канал, в котором я публикую актуальные сборки для рейтинговой сетевой игры для Королевской битвы. Также провожу различные конкурсы и розыгрыши. В этом телеграм-канале вы также можете найти ссылку на продавца валюты CP, через которого без рисков и надежно можете пополнить свой баланс в игре. Все ссылки на телеграм в описании под видео. Вот ты гений, конечно, братишка. Он, видать, вертушки продамагался и жестко его просадило. Короче, продолжая свою мысль, они скинули верт, тот тип, видимо, не вылетел с вертушки, был лоу хп, я падаю, я юзаю, и он откисает от этой хрени. Блин, надо было там посидеть, что ли. Ну, найс, тем более. Она в бахере просто, что происходит, нет? Максимально ненавижу людей, которые катаются на шакале. Come on. Сейчас, короче, приколите. Он будет 100% поднимать. Сейчас, я подожду, пока он поднимет. И нокаю. Прикольно, чё нет-то.
Я... Ты что, за твой гений, да ты что? Так же, делаем сейчас, делаем, делаем через стенку. Ай-яй-яй, Машал, это чё за имба лютая? Блин, там снайпер покоя не дает, я его урод что-то... Так делаем красоту, что ли?